Уже несколько дней эта машина появляется на ночных улицах Левенцовского. Но пугаться не нужно. Ничего противозаконного не происходит. Просто местные жители жалуются на неприятный запах в районе именно в темное время суток. И вот Росприроднадзор ищет причину, причем с использованием самых передовых технологий. А вот это, к примеру, метеостанция, которая при включении поднимается, выезжает в сезон и показывает, там встроенный GPS-датчик стоит, он показывает географические координаты, где мы находимся, высоту над уровнем моря и климатические условия, которые нас окружают. Ну и естественно, работает здесь не только метеостанция. Приборы в этой машине умеют сами делать забор воздуха и определять степень загрязнения по 30 параметрам. Здесь стоит ряд анализаторов, которые отвечают за конкретные вещества. Вот этот анализатор отвечает за азотную группу, то есть это аммиак и диоксид азота. Нижний отвечает за сероводород и серодиоксид. А еще здесь определяют содержание в воздухе углеводородов, бутана, метанола, ацетона и прочих, мягко говоря, не очень полезных для человека веществ. А самое главное, что делает это мобильная лаборатория намного быстрее человека. Чтобы собрать вручную данные о количестве, соответственно, вредных веществ в воздухе, ну, к примеру, на данной конкретной точке, уйдет где-то 2-3 часа, ну, соответственно, может быть, больше, в зависимости от количества проб, так скажем, да, взятых. Плюс время, чтобы доехать до лаборатории, плюс время, чтобы эти анализы, ну, эти пробы, которые взяты, проанализировать и, соответственно, выдать результат. Эта же машина делает все. Вот этот объем данных, этот объем работы делает буквально в режиме онлайн, в прямом эфире, так сказать. Замеры специалисты делают уже 2 недели. Результаты есть, но вердикт, кто конкретно портит воздух, будет дан только после подробного анализа всего объема данных. На сегодняшний день есть ряд превышений, которые были зафиксированы в районе улицы Доватора. И еще в ряде мест они не существенные, но однако они превышают предельно допустимые концентрации, которые установлены в санитарно-защитной зонах предприятий. На сегодняшний день пока что мы предприятия не называем, потому что санитарно-защитные зоны плотные и в одном радиусе может находиться несколько предприятий. Если специалисты определят, что вредные выбросы идут с одного из предприятий, с ним будут работать над устранением нарушений. Иван Полекин, Юрий Санкин, Первый Ростовский.